Здравствуйте, меня зовут Артем, а вы на канале Инфанта, официального дистрибьютора детской продукции Joy. И речь в этом видео пойдет про детскую всесезонную прогулочную коляску Joy Lightrec 4. Подходит для детей от рождения до 3 лет с максимальным весом ребенка 15 кг. Ее вес составляет 9 кг 700 грамм, а ширина колесной базы 59 сантиметров. Это позволит вам заезжать и выезжать в абсолютно любой лифт. Особенностью колясок Joy является высокое положение корзинки от земли. Это позволяет вам переезжать какие-либо препятствия, либо бордюры. Вторым плюсом является отсутствие планки между задних колес. Это позволит людям с высоким ростом либо широким шагом управлять коляской, не опасаясь задеть ею что-либо. Капюшон имеет защиту от ультрафиолета UPF 50+. А в задней части расположено смотровое окошко, которое также защищено специальной сеткой, которая рассеивает лучи солнца. А в случае плохой погоды ее можно пристегнуть на липучку. В комплектацию входит органайзер, который крепится под ручку. В нем расположены два подстаканника и кармашек для мелочей. Для того, чтобы посадить ребенка в коляску, отстегните бампер, нажав две кнопки изнутри. Надавите на логотип посередине ремешков. Они расстегнутся. Посадите малыша, после чего застегните обратно в основной замок. Ремни легко отрегулировать по объему, растянув ремешки. Если необходимо увеличить объем, нажмите две кнопки по бокам и потяните на себя. На ремнях есть специальные мягкие накладки на основном замке и на верхних ремешках. Верхние ремни можно отрегулировать по высоте. Фиксатор находится под защитной накладкой, а также их можно переставить в три положения по высоте, когда ребенок подрастает. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра и обязательно пристегивайте, когда он находится в коляске. Подножка имеет два положения. Для того, чтобы опустить ее, нажмите на кнопки снизу, это можно сделать по очереди, и она опустится. Это откроет более взрослому ребенку доступ для внешней подножки. А для того, чтобы поднять ее до горизонтального положения, просто подтяните вверх, и она зафиксируется. Передние колеса можно зафиксировать. Для этого поднимите два фиксатора, которые расположены над колесами, и провезите коляску немного вперед. Как только они встанут прямо, они зафиксируются. Если вы поедете назад, то они зафиксируются в обратном положении. А для того, чтобы расфиксировать, просто надавите на них. И они снова вращаются на 360 градусов. Данная модель имеет механическую систему регулировки спинки. Для того, чтобы опустить ее, отожмите фиксатор и установите в одном из четырех положений. А для того, чтобы поднять, всего лишь толкаете ее вверх, и она будет фиксироваться в том положении, в котором вам нужно. Несмотря на свою проходимость и функциональность, коляска Joy Lightrec 4 легко и компактно складывается. Нажмите на кнопку и потяните за ремешок вверх. Для того, чтобы зафиксировать, просто надавите сбоку, и фиксатор защелкнет ее от случайного раскладывания. Коляска может самостоятельно стоять, а в случае, если вам необходимо будет ее немного прокатить, она может ездить за счет задних колес. Для того, чтобы разобрать коляску, также достаточно всего лишь одной руки. Откиньте фиксатор и просто поднимите вверх. На всякий случай надавите посередине, чтобы коляска защелкнулась до конца. На модель Joy Lightrec 4 можно установить автолюльку без каких-либо адаптеров. Для этого опустите спинку, расстегните липучку на бампере и просто вставьте автолюльку до того момента, пока она не зафиксируется. Фиксацию можно проверить, приподняв. А для того, чтобы отсоединить автолюльку, нажмите на фиксатор сзади и вытяните ее вверх. На модель Joy Lightrec 4 можно установить люльку. Для этого необходимо приобрести специальные адаптеры. Отсоедините бампер, вставьте в эти же полозья адаптеры и установите на них люльку. Попав в боковые отверстия на ней. А для того, чтобы снять, нажмите две кнопки по бокам люльки и отсоедините ее вверх. В
Все ткани имеют влагоотталкивающую пропитку, что облегчает уход за коляской. Поэтому достаточно влажных салфеток либо мыльного раствора для ухода за ней. А в случае сильного загрязнения можно открутить саморезы сзади и полностью снять всю ткань. Надлежащий уход продлит срок эксплуатации коляски. Снимите колеса. Смажьте боковые оси, пружины амортизации и залейте немного смазки внутрь. После чего установите колесо обратно и немного покатайте коляску. В уходе нуждаются и задние колеса. Здесь необходимо сделать все то же самое. Смазать ось, на котором держится колесо. Также не забывайте про блоки амортизации. Они также нуждаются в уходе. Благодарим вас за внимание. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете задать их в комментариях. Выбирайте Joy, пользуйтесь, получайте удовольствие.